Друзья, всем привет! Не могу понять, почему меня сейчас так сильно трясет. Наверное, потому что как можно быстрее хочу ввязаться в работу, хочу заняться усовершенствованием сделанных в прошлом видео деталей. И сделанных еще давным-давно деталей. Я уже год их анализирую. И я понял, что здесь, как и где облегчить, как их усовершенствовать, как сделать наш болид еще быстрее. Самое смешное, что люди пишут, это то, что я переоблегчил вот эти две детали. И это все при том, что я их даже не начинал облегчать, друзья. А вы представляете? Ну это же просто смех, ну как так? Всех смутило вот это ушко тоненькое. Во-первых, оно не такое уж и тоненькое. Здесь 5 миллиметров толщины, и оно вот в этой плоскости довольно-таки монструозное. А во-вторых, оно лишь носит поддерживающий характер болта, который будет вкручиваться вот сюда и притягивать ШС вот к этой вот железке толстой и мощной. Видите? Так что толстость и мощность, и моща здесь осталась. Она все еще присутствует, обратите внимание. Кроме ушек, открою вам еще один секрет. Чем легче болид, тем он быстрее. И не надо думать, что чем болид тяжелее, тем якобы у него больше зацеп. Ну я даже не знаю, как вам это объяснять, простые законы физики. Надо брать здесь все и облегчать. Вот эти детали тоже у меня якобы готовые, но я целый год думал, как их облегчить. И все-таки придумал, буду их тоже усовершенствовать. Давайте для начала точку отсчета поставим. 1,5 килограмма стартовый вес вместе с этим и болтами. И вот эта деталь, ну допустим, с кронштейном, с вот этим кронштейном и одним болтом. Ладно, там болты пренебрежем. 1850 грамм. Прошло 2 дня работы, и вот такие сходят с конвейера детали теперь у меня в мастерской. Решил их отполировать, пока что они не доработаны, но уже веса минимального. Вот смотрите, ребята, что получается. Так же само и ушки для рулевой тоже обработаны. Ну вот теперь я могу с уверенностью сказать, что детали выглядят как настоящие. И весят, в принципе, немножко. Давайте посмотрим, сколько они весят, и продолжим заниматься облегчением. То есть было 1200, сейчас 1015. На 200 грамм я облегчил. Блин, ну это отлично. Класс, ребята. Не, ну это просто супер. Правда, есть один косяк. Вот видите, здесь я снял металл. Я хотел сделать шарнир на амортизатор именно в этой области. Чтобы, так сказать, он компенсировал рычаг, и рычаг не шел на излом. То есть ШС, который по факту должен крепиться вот так, и если здесь у нас точка крепления на амортизатор идет, то этот ШС будет переламывать. А он, видите, здесь тоненький. Хорошо бы, чтобы он работал на растяжение и сжатие. В общем-то, такая и была задумка. Но суть в том, что это поворотный кулак. И здесь, как написал один из подписчиков, за что огромное спасибо, будет теряться прозрачность управления. Потому что при провороте может быть оказаться так, что будет давить на амортизатор. Ну и, соответственно, будут какие-то нежелательные биения в эту область. И потеряется вообще прозрачность управления. Мы не будем понимать,
когда у нас там срывается колесо, как оно там все работает. Ну, в общем, решил отказаться от этой идеи и делать по старинке, по стандарту. Делать, так сказать, на рычаге. Но рычаг придется очень сильно усилить. Мало того, что там 14 ШС будет стоять, более мощный, вот этот. Но я еще подумываю, может быть, снизу поставить 16 ШС, который точно уже выдержит все нагрузки. Возможно, прикуплю еще 2 ШС 16-х. Ничего страшного, втулочку сюда сделаю под 14-й болт, потому что болт у меня уже готов. Ничего страшного, все будет нормально работать. Ну а здесь на задних кулаках мы останемся при своем. Здесь все равно будет скрепиться амортизатор вот в этой точке. Вот здесь вот. Ничего тут страшного нет, здесь не рулевая поверхность, все будет отрабатывать так, как надо. В общем, сейчас мы и приступим, ребята, к модернизации этих деталей. А потом мы будем полировать все это дело. Может быть, даже я вам расскажу и покажу, как это делать максимально быстро, потому что у меня быстро получается. Для начала немножко обработаем на алмазе. Купил специальную полукруглую пластину. Такие есть в основном только для отрезного резца. И вот попробуем сделать зеркало на токарном станке. Правда, я вас сразу маленечко разочарую. Прям совсем настоящее зеркало не получится сделать. Потому что в моем станке шпиндельные подшипники не самого высшего качества и не первой свежести. Поэтому у меня закуплена вот такая пачка подшипников где-то на 30 тысяч рублей. Все хочется взяться да и поменять, чтобы делать реально настоящее зеркало. Но пока нету на это времени, друзья. Пока надо более важные вещи делать, такие как болид Формула R1. Предварительный визуальный анализ показал, что у нас вот здесь очень много мяса. Потом у нас явно прослеживается вот эта лишняя часть, абсолютно вот так можно ее. Здесь у нас под углом пойдет, потому что нужно пространство под тягу. Люблю я это дело. Обработал детали на вот этом вот мини-гриндере, друзья. Всю ночь выходила у меня алюминиевая пыль из глаз. Не спасают даже очки. Как-то вот оно все так летит здесь шустро, что пыль от внутренней части стекол очков отражается и прямо в глаза. Ну, вроде бы успешно вышла вся пыль. Скорость была небольшая, оно не повтыкалось. Также с рук повыколупывал большое количество занос. Но результат, друзья, результат просто поражает. Закупился гигантским количеством кружочков от 80-й фракции до 2000-й. Где-то тут 2000-е должны быть. Для сравнения, как было после гриндера. Видите? А это вот уже можно по месту там выравнивать под разными углами, делать все красиво и все закругленно. Покажу вам немножко процесс шлифовки. Начнем со 120-го диска. Ну и вот так в таком ключе обработаю сейчас все поверхности. И далее кружочки все меньше и меньше по зернистости и вплоть до полировки. Сажусь на стулочку и пока не доделаю, не встаю с нее. Некоторые вещи, такие вот как эти углы, приходится вручную дорабатывать. Можно было бы и на станке, но мне уже лениво туда устанавливать. Я уже после этих тысяч переустановок уже устал. От фрезерного станка доделаю набор машиночки, друзья.
На шлифовку потратил вот такое количество кружочков. Начинал с 80-й, потом 120-я, 240-я, 300 какая-то, 500-я, 800-я, 1000-я и 1500. Тратил где-то по 4-5 кружочков. Ну а теперь самый главный вопрос, как же все это дело отполировать? Тем более, что я вам обещал рассказать какие-то тонкости и какие-то хитрости. Здесь всего лишь, ребята, две хитрости. Первое, это мы использовать будем болгарку с кружочком соответствующим. Ну, кружочек покупается специально для полирования. Это войлок, белого цвета он был когда-то. И будем использовать пасту Гои. Первая хитрость – это болгарка и большие обороты. Так процесс идет быстрее. А вторая хитрость, друзья, это нагрев детали. Полирование – это больше химический процесс, нежели абразивный. А все мы знаем, что при повышении температуры на 4 градуса, плюс 4 градуса, скорость химических реакций возрастает в среднем в 2 раза. Соответственно, чем сильнее мы нагреем деталь, естественно, до разумных пределов, тем быстрее пойдет процесс полировки. Давайте проверим этот лайфхак, так ли это. Уж очень сильно нагревать не буду, это долго. Ну так, градусов, например, до 50 нагреть. Причем очень сильно нельзя нагревать, потому что начинает гореть войлок. И начинает отклеиваться от основы. Он может просто улететь. Можно испортить круг. Часто у меня такое раньше было. Видите, конденсата сколько. Еще один плюс нагрева. Паста Гои не будет прилипать к алюминию. Потому что иначе она получается, ребята, на холодную прилипает. И просто диск не достает до металла. Как бы это банально и нелепо не звучало, но процесс полировки даже не начинается, если холодная деталь. Прошло не более получаса, из конвейера сошла вот такая деталь. Туда после таких работ я уже сам себя начинаю бояться, если честно. Какая-то не то что роскошь, это просто эпик какой-то. Ну что ж, у меня все готово, а вы готовы? Ну вот, друзья, собственно, слесарочка полностью готова. Не буду скрывать, ребята, делаю я в таком супер качестве не просто так. Мне очень хочется тоже что-то смотреть на ютубе. А по факту мы имеем в основном самоделки из железной профильной трубы. Либо вентиляционные каналы в Lamborghini из канализационных труб мы имеем. То есть мы имеем, наверное, тот контент, который мы заслуживаем. Я считаю, что я такой контент не заслуживаю и хочу немножечко так раззадорить ребят, которые что-то в будущем будут делать, а они, я уверен, сейчас смотрят меня. Может быть, даже они еще не знают, что они будут что-то в будущем делать. И вот я хотел бы своими действиями показать, что все возможно. Как оно поедет, еще неизвестно, это понятно. Ну, оно по-любому поедет, но то, что оно будет выглядеть и то, что оно сделано по фэншую, причем я объясняю, как не тратить особо дохренище средств, как минимум. Ну и как сократить время на производство таких деталей. В общем, ребята, дерзайте. Очень хотелось бы, чтобы вы тоже упарывались и делали некие вот такие детали. И такие проекты. Не думаю, друзья, что в ближайшее время я решусь на какие-то подобные подвиги. Уж слишком много времени и сил отняли эти детали. Ресурсов потрачено было немало. И я надеюсь, вы мне разрешите сделать несколько деталек на пятиосевом фрезере ХАС, который есть у Дмитрия Палыча в Подмосковье. С канала DP Labs, это мой друг, я уже с Димой созванивался, и Дима дает добро на изготовление деталей. Хочу, короче говоря, продолжать делать детали подвески, друзья. Надо мне смоделировать кронштейны рычагов, там довольно-таки заковыристые хитрые детали будут, и сделать их на ЧПУ фрезере. Вот как-то так, ребята. А соединить эти детальки с помощью карбоновых трубок и жидкого карбона. То есть все-таки решил оставиться на
карбоновых рычагах. Очень хочется прикрутить поскорее кронштейны вот эти, а также побыстрее прикрутить ступицы, все затянуть моментом и положить детали на полку, считать их готовыми. Но, друзья, правда жизни такова, что еще не все с ними готово. Хотелось бы совершить акт анодирования, ну не знаю даже пока в какой цвет покрасить. Склоняюсь к тому, что покрасить в титан, чтобы вот цвет какой был, такой и остался, только еще более благородным стал. Ну, либо вообще ничего не делать, потому что это какая-то роскошь полированная. Кому было интересно и самое главное полезно, подписывайтесь на канал, поддержите мои старания и страдания своим царским лайком, поделитесь ссылочкой, ребята, с друзьями, может быть, еще кому-то будет это все это дело интересно. Ну, а у меня на этом все, всем пока, до новых встреч!